На Сахалине один человек погиб и 8 пострадали в аварии 2 микроавтобусов. ДТП произошло на оживленной трассе у населенного пункта Пятиречье в Холмском районе. Один из автобусов вез пассажиров. Именно его водитель выехал на встречку, там и произошло столкновение. От удара обе машины развернуло. Они перегородили дорогу. Так что сотрудникам ГИБДД и врачам доехать до места было довольно трудно.